Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами хумус, но необычный, так как он делается из нута. Мы с вами будем делать из чечевицы. На самом-то деле его можно приготовить нестандартным способом из любых бобовых. То есть это может быть и горох наш обычный, вот также любая чечевица. Ну или как в оригинальном рецепте, это нут. Нут нужно будет замачивать где-то на сутки и варить. Чечевица, вот такую я использую, красно-рыженькую. Ее не обязательно замачивать, ее можно просто помыть и отваривать. Итак, я насыпала здесь 2 стакана нута. Воды я буду использовать в 2 раза больше. Даже я люблю всегда использовать в 2,5. Больше, чем крупы. Любой. Вот, то есть я люблю пропорции не 1:2, а 1:2,5. И пока у нас варится нут. Ой, чечевица. I'm sorry. Я подготовила вам показать. Это оливковое масло мы будем добавлять. Приправы. Тут количество зависит от того, насколько вы любите пряное, острое. Будем использовать лимонную кислоту, так как у меня на данный момент нет лимонного сока. То есть нет лимона. Обязательно нам понадобится чеснок и орехи. Ну, собственно, пока все. Все это мы будем взбивать в блендере, то есть либо в чашу, либо ручным блендером. Да, кстати, когда я варила нут, соответственно, соль я уже добавляла при его варке. То есть сейчас соль я уже досыпать не буду. Здесь у меня уже чесночок, орешки и вареный нут. Сейчас я это все буду взбивать. Вот получилась вот такая вот взбитая смесь. Вот такой вот однородной массы. И с учетом того, что она потом подстынет, она должна будет загустеть. Паштетик такой намазывать на хлебушек. Если же оно получилось у вас недостаточно густым, можно еще после того, как вы блендером все это взбили, можно еще немного поварить, чтобы вытомилась лишняя жидкость. Вот. Я сейчас это делаю. Планирую немножко еще подварить. Так, я вижу, все-таки густое, жидковатое получилось, но это не беда. Итак, напомню, значит, 2 стакана бобовых я насыпала. В 2 раза больше нужно налить воды, отварить. Немного лимонной кислоты или уксуса, или же лимон натуральный. Дальше орехи, любые, какие у вас есть. То есть туда можно добавлять и кунжут, и миндальные орешки. Любые масла, не только оливковые. Оливкового масла я налила где-то 8 столовых ложек. Солила я, соответственно, с нут. Ой, это что ж такое? Чечевица. Вот, я насыпала где-то 3 чайных ложечки, ну, своих мерных ложечек. Так, ну, вроде все. Приправы тоже по вкусу, то есть как вам нравится, более острое, менее острое и так далее. Все, потом нужно будет после
того, как у меня выпарится еще водичка, разлить по каким-то формочкам, судочкам, каким-то таким. Так, у меня получилось вот таких вот 4 судочка, разлила я все. Вот они такие густенькие, еще теплые, горяченькие. То есть, когда они застынут, они будут такие плотные, достаточно такой паштетик. Не знаю, как правильно еще описать данную субстанцию. Но это очень вкусно, особенно те, кто любит что-то пряное. И особенно для тех, кто любят бобовые все продукты, это вот для них.